На базе православного лагеря в Чепчугово состоялся семинар по вопросам организации детского отдыха в Смоленской епархии. Рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». Вопросам организации летних детских лагерей в Смоленской епархии был посвящен выездной семинар, прошедший на базе лагеря «Православное подворье Чепчугово». По благословению епископа Смоленского и Вяземского Исидора, посетившего подворье в прошлом месяце, для обсуждения работы в этом направлении в Чепчугово встретились секретарь Смоленской епархии иеромонах Серафим Амельченков, благочинные и другие представители округов Смоленской епархии. Открывая встречу, иеромонах Серафим указал на то, что активный детский отдых, позволяющий знакомить детей с православной культурой, является одним из приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви. Чтобы этот отдых был активным, чтобы дети могли во всей полноте прикоснуться к лону природы, чтобы вместе с отдыхом были какие-то спортивные занятия, кружки, знакомство детей с этнокультурной жизнью нашего народа и многое-многое другое. И вот, слава Богу, Вяземское благочиние у нас в этом смысле первое. И замечательно, что вообще такой опыт в нашей епархии есть. Благочинный Вяземского округа протоиерей Валерий Калинин кратко очертил круг задач, возникающих при организации подобного лагеря. Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, оформление юридической документации, создание материальной базы. Лагерь Чепчугово – плод сотрудничества Вяземского благочиния Смоленской епархии и социально-ответственного бизнеса, представители которого создали несколько лет назад некоммерческое партнерство «Исток». Чепчугово – один из его главных проектов. Начинали с палаток, постепенно улучшая бытовые условия трудом самих ребят и их родителей и привлечением партнеров. Теперь здесь есть все, чтобы развиваться и физически, и духовно. Социальную, нравственную и духовную чистоту помыслов и намерений обеспечивает, конечно, участие Русской Православной Церкви, то, что здесь все проводится по докормлением церковным. Духовник профильных смен протоиерей Олег Переверзев и директор Светлана Панченкова провели для гостей обзорную экскурсию по лагерю, показав часовню, где совершаются богослужения, утренние и вечерние молитвы, пищеблок, палатки, корпуса. Девочки занимались рукоделием. Другие участники лагеря в свободное время пели под гитару. Не пустовали даже в полуденную жару скалодром, тир и другие спортивные сооружения, где участники семинара смогли продемонстрировать и свои возможности. Ведь, как недавно подчеркнул на общеепархиальном собрании правящий смоленский епископ, работа с молодежью должна проводиться во всех направлениях, в том числе и в спортивном. Телефон аккуратно.